Эй, эй, я в моменте. И пролетел который день, я не заметил. На своих двух и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы раскрасим серый Питер, подарим ему улыбки. Я в моменте. Сириус. Сири. Сириус. Я вот твой цветочек держу. Мне цветочек за Бог принес. Ты что такой ласковый, нежный зверь? Всем доброе утро, мы уже у нас. О, идет еще одна банда. Мы уже давно встали, пришли сюда. С мамой чуть болтали утром. Вот сейчас мама управится, и мы ждем ее кушать тортик. Вчера не ели, арбуз наелись. Вот. Я сейчас покажу, сколько у меня цветов дома стоит. Смотрите. Фиолетовые. Ты, Игорь, мне утром подарил. Маленькие такие. И бабушка. Классно. Смотрите, у нас на завтрак оранжевый торт с оранжевым напитком. Прикольно. Мне почему-то казалось, что он желтый. Я маме что-то доказывала дома, он желтый. Она говорит, оранжевый, желтый. А вот эта морда Сириуса наглая. Хочет залезть на стол. Куда ты лезешь? Глаз получше стал. Куда ты лезешь? Сириус. Так, мы тут сегодня в работке. Создаю тут там, по группе ВКонтакте оформление. А вот, сейчас прервемся, будем обедать. Время летит, конечно, вообще такую заставочку все сегодня прикольно я поставила. Блин, пипец какой-то, сели работать, было сколько? 10, уже 2, 2 час, офигеть, час уже, 2. Вот, прикольно так, горы, классно. Обед сегодня у меня пюрешка, буду доедать чуть-чуть салатик. Сейчас Игорь у меня еще поест, это на двоих нам. И овощной салат. Вот, будем смотреть фитнес, все хотим быстрее досмотреть все сериалы, которые у нас остатки. Вот, и всем приятно, кто тоже кушает. Игорь тут плюхается, полы моет. Мы тут сидим. Барсик, барсик. Кс-кс-кс. Барсик. Мы идем в огород, я со своими новыми перчатками. Мы сюда допалываем помидоры. Вот, топаем. Мама тут шастает. Игорь. Мы кататься отправляемся. Давно не катались, кстати. Привела себя в порядок, и все-таки с кудряшками. Мне нравится больше, чем выпрямленный. Вот, собрались. Такой красный цвет от оттенок. Вот. Покататься, чуть-чуть развеяться. Фух, жарко. Ну, нормально уже вечером. Попололи, покупались, дома убрались. Так вот дела поделали. Все-таки очень нравится велик. Это такое классное средство передвижения. Все мышцы работают, и быстрая скорость. Мне нравится прям велик. Прикольная штука. Вот. А время у нас, кстати, уже 8 часов. Мы в магазин приехали. По мороженку хотим купить и посидеть в парке. Но вообще, на самом деле, мы ехали, народу столько везде. В том парке, наверное, в этом будем сидеть, да? Угу. У меня тени по твою футболку. У тебя тени хаки? Да. Что, мы купили мороженку, сели в парке посидеть, накатались уже 3 с лишним километра. Игорь купила вот такое мороженое, как он любит, большой папа, а себе Альпенгольд. Сейчас покажу. Вы, наверное, его уже все такое пробовали. Вот, Альпенгольд, моя любимая. Всем приятно, кто тоже что-то кушает. Что-то я так блестю на свету. Стелим постельку. Игорь тут диванчик вот разложил. Сходили у мамы, постель забрали. Сегодня будем у нас ночевать. Как-то немножко выматывает это все таскание. Надо все не забыть. Туда-сюда уже папа с детьми отдыхают. Они уже приехали с рыбалки, устали, поэтому папе завтра на работу. Поэтому они там отдыхают, шептаться, шуршать не хочу. Будем сегодня у нас. Кого? Подушки? О, так что... А? Смотри, смотрите, у меня подушки прям... под цвет волос. Что подать? Подушки, да? Mm-hmm. Вот. Все. Ну что, Игорь стелится. Сейчас будем ужинать, смотреть фитнес. Не знаю, мы будем просто, наверное, какие-нибудь бутербродики, что-нибудь такое перекусим. Сильно ужинать не будем. Хотели пельмешки, наверное, завтра, может, пельмешки поедим. А,
забыла, что подушки нет, упал. Нравится цвет волос, еще нравится, что отрастает челка. Я вообще, кстати, хотела, что когда у меня отрастет челка, и будет вот такая вот где-то, ну вот так, прям вот так носить, мне кажется, мне прикольно так. Прикольно. Вот. Ну, у нас, конечно, жарче, чем там у мамы, но ничего, сейчас вроде не такая супер жара стоит. То ли мы привыкли уже, то ли нормально.